Я знаю эту песню. Каждый знает эту песню. Кто ты? Почему ты здесь? Меня пригласил старый друг, и теперь я не могу выбраться. Значит, ты знаешь больше нас. Мы даже не существуем. Мы вымысел. И сейчас тоже здесь. Ты не выпустишь меня отсюда? Здесь внизу незнакомцы представляют угрозу. Можно ли доверять тебе? Мы даже не знаем, кто ты. Мое имя Генри. Я работал здесь. Я не знаю своего имени. Они зовут меня Элис. Но я не ангел. Поспи еще немного. Поговорим с тобой позже. Вернусь через пару часов. Не волнуйся. Я буду неподалеку. Пройдусь до 6-го уровня. Побудь здесь. Присмотри за Генри, ладно? Вернусь, как только смогу. Обещаю. Генри? Вот, ты, возможно, голоден. Прости, это все, что есть. Я знаю, что ты наблюдаешь. И это слегка пугает. Так вот, кто пишет послания на стенах. Не только я. Для некоторых несчастных душ это как способ быть услышанными. Но тебе не стоит долго находиться в чернилах. Они могут внезапно поглотить тебя. Большое спасибо Тому. Я делала то, чего не должна была, а он был рядом. Почему ты называешь его Томом? Он откликается на это имя. Что ж, кажется, он меня недолюбливает. Я хочу показать кое-что. Не так давно я рисовала карту одного из верхних уровней. Тогда я заметила, как что-то отражается в стекле. Подняв стекло, посмотрев сквозь него, я обнаружила на стенах скрытые послания. Они везде, у всех на виду. И я продолжила поиски. И находила все больше и больше посланий по всей студии. Но просто так их не увидеть. Только сквозь это. Взгляни. Не знаю, кто их оставляет, но я полагаю, он знает, где выход. Куда ведут эти надписи? В никуда. Я следовала за ними долгое время и шла по кругу. Я думаю, мне не выбраться отсюда, Генри. Может, ты сможешь? Элис... Пожалуйста, выпусти меня. Том думает, что ты опасен. А что думаешь ты? Я думаю, ты надежда, которую я ждала. Поспи пока. Утро вечера мудреней. Это было очень глупо, Том. Не стоило высовывать нос. Он заметил тебя. И думаю, что совсем скоро он найдет нас здесь. Его. Ведь чернильный демон прямо на пороге.
Что происходит? Он идет. Нам пора бежать. Том, мы должны его выпустить. Мне жаль. Кажется, что-то застряло в грибном колесе. Thank you.
доверился тебе, я отдал все, что мог. А ты оставил меня гнить. Почему? Почему? Эд, не смотри на меня! Не подходи! Обещал мне свободу, но я собираюсь освободить тебя, освободить свою голову от плеч. Овечка, знай, пора, бай, бай. О, это было близко. Тебе повезло, что мы были неподалеку. Это был он? Я так не думаю. Искатели и потерянные построили это место. Сэмми, похоже, держал их в страхе. Но когда он ушел, чую, нам придется драться. Готовься. Осторожно, они идут! Я никогда их столько не видела. Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Мы это сделаем! Не сдавайтесь! Я думаю, на этом все. Но никогда не знаешь, откуда они снова могут вылезти. Будет лучше, если мы будем держаться вместе. Генри, ты сможешь отыскать выход?
А вот это интересно. Время – деньги. О нет, снова эти парни. Лучше им не попадаться. Остались только монстры, тени из прошлого. Но ты можешь сберечь их, Генри! Ты можешь стереть все к чертям! Знаешь, есть одна вещь, о которой не знал Бенди. Он получил свое начало. Но у всего должен быть конец. Конец.
Генри, так рано. Я ожидал увидеть тебя примерно через час. Ты решил впечатлить меня. Но я знаю. У тебя есть вопросы. Это само собой. Единственный важный вопрос — это... Кто мы с тобой, Генри? Я думал, что знаю о себе все. Но успех иссушил меня. Ничего не осталось, кроме строк на странице. В конце концов, мы пошли разными путями, делая одно и то же дело. У тебя прекрасная семья. У меня извращенная империя. И мой провал. Я позволил нашим творениям войти в мою жизнь. Правда в том, что ты всегда был так напорист, старый друг. Толкал меня всегда на путь истинный. Нужно было толкать меня немного сильнее. Генри, загляни в старую мастерскую. Я хочу показать тебе одну вещь. Отлично, Джоуи. Я на месте. Давай посмотрим, на что ты просил взглянуть. Мне скучно жить. Скажи еще что-нибудь, дядя Джоуи.